колонна из Чечни, походу, едет. Но мы, походу, все понимаем, куда они едут. Да, 95-й регион, Чечня. Ребятки, УАЗики бронированные первые пошли. Это тоже бронированные. Вот тебе и техника, бля. Поехала. Все в броне. Вот, да, чехи погнали. Подмога. Ух, вот эта тачка, смотри. Офигеть. Какие хорошие джипики, серьезные. Батальон Грозный написано. Ага. Тяжелая артиллерия, короче. Бедеры, блядь. Бедер прям вообще нормальный такой. Полк имени Кадырова. Базара нет, базара нет. Нормальные, доброжелательные ребята сигналят, все. Так-то. Пока не столкнешься с ними в бою, я так понимаю. Колонна прям длинная, я сказал бы. Офигеть. МТЛБ, блядь. Ничего себе. Базара нет, базара нет. Ну что, кто-нибудь хочет с нами воевать? Ребятки, блядь. Базара нет. Офигеть. Кому-то не поздоровалось.